Слабзеек уахатырску ателехопшца, рыцахцует и шьяшует свой эфирку. Яхя яхтоп, акватпи, афбатпи, алхатып, хадакунпи, а кандидатша. Уважаемые телезрители, приветствую вас еще раз. Я сообщаю о том, что сегодня у нас в гостях кандидаты в депутаты парламента Республики Абхазия от Сухумского избирательного округа номер 6. Взила шабет хатырску кандидатша. Добро пожаловать, уважаемые кандидаты. И перед тем, как мы приступим к нашему общению, я коротко зачитаю ваши биографии. У нас сегодня в студии Камке Беслан Астамурович, по специальности юрист, кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой теории права Сочинского института РУДН, автор более 80 научных работ и 3 монографий. Во время войны выполнял аналитическую экспертную работу для различных госструктур и СМИ. Служил в советской армии. Кварча Абисалон Алексеевич, по специальности инженер-механик, служил в рядах вооруженных сил СССР, ветеран Отечественной войны народа Абхазии, был членом правления Торгово-промышленной палаты и Союза промышленников-предпринимателей Абхазии, член Общественной палаты Республики Абхазия, один из учредителей Международного фонда АПСНА. Квирциня Алхас Шалодиевич окончил АГУ по специальности гражданское право, служил в рядах абхазской армии, занимался коммерческой деятельностью, также занимался профессиональным спортом и работал юристом в едином расчетном центре. Лабаху Аляс Михайлович по специальности юрист, проходил службу в рядах советской армии, работал в органах прокуратуры. Был начальником оперативного отдела Государственного таможенного комитета Абхазии, проходил службу на различных должностях в системе таможенных органов, получил 2-е высшее образование по специальности таможенное дело и 3-е высшее образование по специальности государственное и муниципальное управление. Был главой администрации города Суху. Лолуа Рауль Валерьевич. Ветеран Отечественной войны народа Абхазии, окончил спецшколу милиции МВД Абхазии по специальности юрист, оперативно-розыскная деятельность. Окончил Московский государственный институт, факультет психологии, также с отличием окончил Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации. Генерал-майор, кавалер ордена Леона, имеет другие государственные награды и отличия, был министром внутренних дел Абхазии, член Общественной палаты республики. Миканба Георгий Валерьянович, по специальности врач-стоматолог, защитил сертификацию врача высшей категории, ветеран Отечественной войны народа Абхазии, награжден орденом Леона. Во время войны принимал участие в создании военно-медицинской службы армии Республики Абхазия, главврач поликлиники Сухумского района, генеральный директор Ассоциации медицинских работников Республики Абхазия. Еще раз добро пожаловать, уважаемые кандидаты. И перед тем, как мы приступим непосредственно к дебатам, я коротко ознакомлю вас с форматом нашей встречи. Вначале у каждого из вас будет по 2 минуты для приветственного слова, в котором вы можете рассказать о своей предвыборной программе, о себе или о том, почему решили баллотироваться в парламент. Далее мы перейдем к обсуждению актуальных тем. Темы у нас вот в этой урне. После этого у вас будет возможность задать вопросы друг другу. И уже далее мы придем к завершению нашей встречи, где у вас будет еще по 1 минуте для заключительного слова. Если вопросов нет, мы приступим. И Беслан Астамурович, пожалуйста, ваши 2 минуты для приветствия. Таймер установлен на экране, есть возможность следить за временем. Пожалуйста. Спасибо. Ну, уважаемые избиратели, я решил идти в парламент, так как считаю, что достиг определенных знаний и зрелости для столь высокого политического статуса. Закончил 2 вуза. И парламентская работа для меня может быть не так, может быть, новая, потому что я работал в качестве эксперта и во время войны для депутатов парламента, и после войны занимался экспертной работой также. Экспертировал российско-абхазские соглашения, входил в рабочую группу по российско-абхазским соглашениям при парламенте Республики Абхазии. Моя программа, она посвящена экономике, потому как экономика – это основа
эффективная экономика, она требует того, чтобы была и эффективная политика, эффективные структуры государственной власти и слаженная работа для того, чтобы создать вот этого субъекта экономической модели. Субъекта экономической модели – это, я считаю, сегодня предпринимательство. Основной груз экономики должен ложиться на предпринимателя. Естественно, я выступаю за то, чтобы подвести законодательство республики для того, чтобы расширить права предпринимательства, обуздать вот, чиновничье, так сказать, излишнее влияние и дать простор предпринимательству. И таким образом можно решить и социальные проблемы, потому как будет создана широкая налоговая база государства и будет основной источник дохода. Я бы хотел бы обратить внимание на какими способами, средствами это создать. Я бы поставил бы вопрос и в качестве средств и способов это идеологические моменты, идеологические способы. Я попрошу вот завершить вашу мысль, потому что время уже Я понимаю. Да. То есть возвести в ранг патриотизма того предпринимателя, который начинает дело свое. Большое спасибо. Абисалом Алексеевич, пожалуйста, ваши две минуты. Спасибо. Хатырску Хайлор. Ярлос не ширируевш. Тарас закуду. А политика хтыса запшуп. Хинткарра. Вы хасхосна дара. Так хукла хазнеру. Убра хашазневш алчаги убуси алот. Яхебям тай хамртаз эфирок нсхерхон. Халхица, табуб хурас простахуб, хаукругокна, ханукуз, яхпулуз, зиги рапсара, яхум шцеква, рам та яхум шцеква, хардиркулон гуксикала, хайсажар артен, руктыха куйбирхон, гуксикала хайсажар тусгуяна год, вриджаба хадазбала зиги, табуб хурас простахуб, вриджаба хабсахар пепш, Ялархуа Дарбен Залгер Джебаев Сахартевш Алар. А у вы программа с Пануже Иркячным Хозер Зигихам Окоп программа с Хазсо Хажлар Рымац Хазвазар Хажлар Ирухто Хазну Гозер Ханабри Хаз Хуцвер Хажлар Урз Хуцвер Таразухана Кагатвер Убитазер Усхан Яуташа программа Ами Яшукнацот Закон Юдукула Гиреунар Бот Зигиреунар Бот Ван Мраншалот Выжилар бзиум бозер упсадгил гибзиум с бадзом. Бризухана хажилар ярл хозигинтарак эхэ адзу дэцахаб хасгуяна газум тэсу иғош бод абрегилу зигячкон свобусе ороб хасгуяна год зиги рым адзуэ шухту. Ну, традиция хедлуски апсна урысфил хамчавира узом избан зарьяшу палху и царашаюб апсу бзвязмахава бризухан урысфил агвяжвак спот. Дорогие наши сограждане, избиратели, я пользуюсь выделенным эфирным временем, хочу сказать всем спасибо, с которыми я встречался. И, честно говоря, я, живя в Абхазии, не знал, что вообще вокруг нас существуют такие проблемы. Для меня это большой опыт. Жизненный опыт для меня это... Абисалом Алексеевич, я приношу свои извинения. Вот буквально закончите предложение. Ваше время секунд так, 7 быстро. Назад, как истекло. Беслан дольше разговаривал. Нет, вам показалось. Спасибо хочу сказать всем, тех, с кем я общался, за ваши искренние, за наши открытые искренние, за ваши вопросы, которые вы мне открыто, честно, искренне задавали. Я думаю... Передадим слово вашему оппоненту. Уважаемые кандидаты, напоминаю, что время на экране, и у каждого из вас есть возможность за ним следить. Время мы не видим, поэтому не трудно следить. Да. Алхаз Шалодиевич, пожалуйста, ваши две минуты. Хатырску Айвлер, Зиги Зерафимаз, Зиги Шахдар Вебш, Хамза Вяверзин, Имифысвой, Дара Хтыз Дустазгуан, Апснезин, Алхрапа Авилар Резераха парламент. Ари дара хадраздазго усоб харахзин избанзар рехаял ахвароб хушук сахаб хаа апсна хунткара пепшу цзбо. Добрый вечер, уважаемые
сограждане. Как нам всем известно, в Абхазии очень много проблем, о которых говорилось уже не раз на протяжении 25 лет. И останавливаться на этих проблемах не хотелось бы только потому, что у каждого из кандидатов много сказано о проблемах, которые есть в стране. Но самым главным считаю, что пришло, наверное, время уже изменить эту ситуацию и начать решать эти проблемы. Одной из главных проблем в стране считаю, что разобщенность, которая существует, она привела к тому, что мы не всегда слышим друг друга, то есть между руководством и населением. И не решив эту проблему, я думаю, мы не придем к решению проблем, которые существуют в стране. И прежде всего, чтобы изменить ситуацию, мы должны научиться слушать друг друга, слышать друг друга и вместе решать эти проблемы. И главной задачей на данный момент, я считаю, что выбрав сильный, независимый парламент, мы можем решить эту ситуацию, так как от него будет зависеть судьба дальнейшего состояния нашего народа и населения в целом. Спасибо за внимание. Спасибо. Алиас Михайлович, пожалуйста. Зиражбайт Хаторского Халкевича, Зиражбайт Свистша, добрый вечер, уважаемые избиратели, добрый вечер, дорогие коллеги. В первую очередь хотелось бы поздравить наших женщин с прошедшим праздником 8 марта, пожелать всем им добра, мира, благополучия, счастливых улыбок на их лицах. Дорогие избиратели, мое решение принять участие в выборах в Народное собрание, парламент нашей страны не было спонтанным. Оно продиктовано сегодняшним положением дел в стране и желанием внести свой вклад в дело усиления государственных органов нашей страны. На это есть опыт, это и работа в органах прокуратуры, это и работа в таможенном комитете, где мы с коллегами верстали первую редакцию таможенного кодекса Абхазии. Ну, и это работа в органах исполнительной власти нашей страны. Депутатский корпус создан для того, чтобы принимать решения, которые должны быть понятны и в первую очередь приняты народом. Всегда нужно помнить, что в единстве наша сила. И единение народа было национальной чертой нашего народа. Пример этому Отечественная война 92-93 годов, когда ценой больших потерь, ценой жизни наших братьев, наших сестер, наш народ добился победы. Мы не должны сделать ничего такого, чтобы в пылу своих амбиций привести нас к самоуничтожению. Уважаемые избиратели, ни один депутатский корпус не может своими постановлениями или законами объединить народ. Это должны сделать мы с вами. Воздействовать на идеологию, да, это можно. Величие нации не определяется ее количеством, как величие человека не определяется его ростом. В свое время великий мыслитель говорил, что мы должны быть рабами закона, чтобы быть свободными. У нас еще очень много проблем в нашем государстве. И это в области здравоохранения, это в области образования, это и в отношении к семьям погибших инвалидов нашей войны. Да, мы должны... Михайлович, ваше да. время тоже. Вот, закончите предложение. Выборы – это ваше доверие и моя ответственность перед вами. И вместе мы сможем многое. Спасибо. Рауль Валерьевич, ваши 2 минуты. Уважаемые граждане нашей Абхазии, уважаемые жители нашего Сухума. Решение баллотироваться в парламент Абхазии я принял не просто, принял не спонтанно. Это орган, который законодательный орган, который дает возможность реализовывать свои идеи и свой опыт на деле. В своей профессиональной деятельности я буду руководствоваться вашими интересами, интересами нашей страны путем принятия законов, которые нужны нашей стране для того, чтобы она развивалась. Всю свою сознательную жизнь я занимался правоохранительной деятельностью и безопасностью нашей страны. И то же самое я планирую делать в нашем парламенте. Нам надо восстанавливать разрушенную инфраструктуру. Мы должны заботиться о наших ветеранах, о наших пенсионерах и не забывать о наших погибших. У нас сложный, небольшой бюджет, и нам надо начать его экономить. Нам нужно собирать реально налоги и государственные платежи. Приоритетом у нас должны быть наши производители.
С нашими друзьями мы должны находить взаимные интересы, а с нашими недругами мы должны быть бескомпромиссны. Абхазия – свободная, суверенная страна, такая и должна оставаться. Это очень важно для нас. У нас должны работать законы. Границы должны быть защищены. Демократия должна работать. Внутренняя безопасность должна быть обеспечена. Наши законы, традиции и наша культура должна быть в приоритете. Мы должны ориентироваться в свободной стране, кто как имеет желание, так и высказываться. Но закон не должен быть для избирательных и не должен приниматься для других. У нас закон должен быть единый для всех. Если мы хотим строить наше государство, мы должны начать бороться с коррупцией. Но для этого нужна сильная политическая воля и личный пример, когда ни президент, ни министры ни у кого не берут и никому не дают взяток. Только эта возможность им даст реально бороться и наказывать тех, которые работают в этой схеме и системе. Я здесь не зритель, я здесь человек, который готов принести в парламент идеи и на деле их реализовывать. Большое спасибо. Георгий Валерьянович, ваши 2 минуты. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемые телезрители, добрый вечер, уважаемая студия, уважаемые коллеги. Конечно, я принял решение баллотироваться не случайно. Только множество проблем, которые у нас существуют в обществе, побудили меня баллотироваться в парламент нашей страны. Конечно, в первую очередь, это социально-экономические проблемы. Это слабое медицинское обслуживание, медикаментозное наших ветеранов, инвалидов войны. Безусловно, есть и общие проблемы у нашего народа. Ну, я бы сейчас не хотел всех перечислять. Я такой же, как и наши избиратели, живу среди них и хорошо знаю эти проблемы, сталкиваясь с ними ежедневно. Скажу так, что в основном это коммуникационные проблемы, связанные с электроснабжением, с водоснабжением, изношенные канализационные системы, где вода и нечистоты, значит, заливают подвалы и создают реальную угрозу для жизни наших людей и наших детишек, кстати говоря. Конечно, это покосившиеся тротуары, кое-где их вообще нету. Это открытые люки, они представляют угрозу даже для автомобилистов. Это, конечно, убитые дороги. Я хочу привести пример. Вот от улицы Лакоба по Абазинской, да, до проспекта Мира, яма на яме. Эти проблемы существуют не один год, 5-6 лет. И можно было бы сделать хотя бы ямочный ремонт, но ничего этого не делается. В большей степени я обращаю внимание на социально-экономические проблемы. Они есть у всего народа. Конечно, тот уровень зарплат и пенсии, да, он явно недостаточен. Обещаю нашему народу, моим избирателям, если я буду работать в парламенте, они доверят свою судьбу, будем выпускать социально ориентированные законы. Будем корректировать... Георгий Валерьянович, извините, ваше время тоже... Да-да. Несколько секунд назад будем... уже как истекло. И таким образом, уважаемые кандидаты, первая часть нашей встречи завершена. Мы переходим ко второй части, в которой я попрошу одного из вас подойти к урне, достать вопрос, и мы перейдем к его обсуждению. Пожалуйста. Вы можете прочитать вопрос. Инвестиционный климат Абхазии, состояние перспективы. Я повторю. Так, тема для обсуждения — инвестиционный климат Абхазии, состояние и перспективы. Ну вот в самой теме и кроется как раз, наверное, первый вопрос. Беслан Астамурович, как вы оцениваете состояние и перспективы нашего сегодняшнего инвестиционного климата? Ну, о состоянии говорит о том, что удовлетворительно, конечно же, нет.
Но если более конкретно, состояние инвестиционного климата, результаты интересные, сделаны исследования консалтинговой группой, которая недавно представила для нас, для Абхазии, материалы, которые проводились на пример, значит, которые проводились в Абхазии в течение одного года, и там были сделаны очень серьезные исследования. Вот, как известно, президент распорядился, значит, передать это Министерству экономики и, значит, следовать тем рекомендациям, которые там есть. Значит, я бы хотел, чтобы эти документы были бы опубликованы для широкой публики, и мы бы тоже следили бы о том, как осуществляется деятельность в плане налаживания этого инвестиционного климата у нас в республике. В вашей программе есть конкретные предложения? В моей программе инвестиционный климат, он связан, конечно же, с общей стабильностью. Я хотел бы сказать, что социальная среда, которая сложилась у нас на протяжении многих лет, она, конечно, говорит о том, что нестабильная страна, потому как огромная часть людей безработных, огромная часть людей протестного такого настроения. Поэтому проблема существует огромная в связи с тем, что нужно огромную часть людей, большую часть людей населения влить в экономику, причем в срочном порядке. Я считаю, что можно найти средства у самого государства, рассматривать бюджет развития и учитывать этот момент, когда нам нужно стратегически важный вопрос решать. Я бы сказал, это вопрос даже национальной безопасности. Это сужение того протестного слоя, который сложилось за протяжении многих лет. И поэтому всеми способами, и финансовыми способами, и политическими способами, и идеологическими способами, информационными способами, всеми способами надо нам сократить вот этот слой, который нам грозит дестабилизацией. И поэтому я просто призываю всех, значит, всю элиту нашу политическую и интеллектуальную всякую, нам направить все усилия для того, чтобы сократить этот слой, протестный слой. Вот. Ну, я не буду говорить о том, что протестный слой может породить крайние идеологии, которые мы сейчас можем уже какие-то моментами находить признаками. Поэтому я считаю, что политические вопросы здесь, с него начинать нужно. Как установить ту политическую волю, которая может всецело направить усилия на создание стабильной социальной среды. Да, Беслан Астамурович, дадим слово вашим оппонентам. Да. Абиссалом Алексеевич, пожалуйста. Сколько минут, чтобы ориентироваться на этот вопрос? Пожалуйста, вы отвечайте спасибо на вопрос. Да. Спасибо. Ну, знаете как, есть такие термины, выражения, да, которые говорят обо всем, но при этом ни о чем конкретно. Вот таким термином относится тоже инвестиционный климат. Что такое инвестиционный климат? Там оно содержание, смысл какой-то должен нести. Для любого потенциального инвестора очень важно. Первое, вот что, чем интересуются инвесторы. Есть ли у вас страховые компании, можем ли мы застраховать свои вложения? Это первый вопрос. Знаете, самый важный вопрос вообще, я до этого как-то в передаче тоже озвучивал эту идею. Самое главное, мы должны в Абхазии вообще определиться и четко сказать, что собственность в Абхазии священна и неприкосновенна. С этого начинается все, чтобы человеку гарантировать, кто хочет инвестор. Он хочет знать свои обязанности, свои права и третье, какие гарантии у него. Если это четко не будет сформировано, понимаете, сегодня очень много регионов в мире, где собой представляет привлекательность и рекреационная привлекательность, и Ближний Восток. И поэтому выбор у потенциального инвестора есть. Ему нужно такое предложение сделать, чтобы ему здесь можно было развиваться. Вот для примера я вам приведу наш, да, отечественный вот инвестор, просто реальный вот в Ткварчеле, он тоже баллотируется, это не будет его агитации за него, но то, что он делает, ни один инвестор не сделает. Человек прежде всего запустит, скажем, да, вот то предприятие, он сделал железную дорогу от Ачимчири до Ткварчела. Он сделал, проводит электроэнергию, делает коммуникации. Ни один инвестор этого не будет делать. Инвестору надо представить потенциальному площадку со всеми коммуникациями и поставить ему задачу. Грубо говоря, задачу. Нам нужно здесь создать 300 рабочих мест. И он будет это делать. Понимаете? Сегодня мы говорим многообещающим инвесторам, что самая дешевая электроэнергия у нас в Абхазии. Это тоже неправильная информация. У нас электроэнергия, может, она и дешевая, но
она, во-первых, нестабильная. Во-вторых, качество этой электроэнергии, о нем вообще и не приходится говорить. И самое главное, знаете, у нас был закон об иностранных инвестициях, он так назывался, но более-менее закон, который был приемлем и который люди воспринимали, инвесторы. И как раз именно благодаря вот этому закону, первые инвестиции, помните, там связаны с концерном Бабаевский, фактически там их экспертная группа юристов определила, они промотировали, им понравился этот закон, и первые вложения пошли. Но потом почему-то посчитали, что этот закон надо заменить, заменили его законом об инвестициях. Получился очень громоздкий закон, порядка 82 страниц. Потом там официальный порог очень высокий. И поэтому этот закон, я думаю, он с того с момента принятия, фактически он не работает. Понимаете, ни одним законом никогда не привлечешь инвестора. Для этого и правовая база соответствующая должна быть, гарантии защиты и так далее. Спасибо, Георгий Валерьянович. Ваше мнение, пожалуйста. Как вы оцениваете сегодняшнюю инвестиционную среду нашей республики и вот механизмы? Ну, я думаю, что даже до удовлетворительной оценки не дотягивает. Я скажу почему. Инвесторы, как правило, требуют как минимум две вещи. Это государственные гарантии на те потенциальные инвестиции, которые они хотят вложить в нашу страну. И второе, конечно, правовая защита граждан другого государства. Вот эти две вещи основополагающие. Если они у нас будут на должном уровне, инвестиции пойдут. Ну, вот... Более того, да, есть еще третий фактор. Может быть, он не самый ведущий, но он тоже важный. Они должны быть собственниками того, во что они собираются вложить свои деньги. Ну, собственники хотя бы по аренде, но на достаточно большой срок, который должен исчисляться 49 годами, а может быть даже и больше. А разве нет такой возможности сегодня у инвестора? Есть такая возможность, но две составляющие, о которых я сказал выше, да? Ну, вы обозначили ситуацию, а как из нее выйти? Можете предложить? Конечно. Программа предусматривает? Да. Это упрощение закона и в целом законодательства в этом плане. Может быть, переложить непосредственно на глав администрации. То есть достаточно такого уровня, чтобы на такой промежуток времени... Насколько я знаю, сегодняшний закон предусматривает преференции, льготы именно... Да, на 15 лет могут... Глава администрации, ну, какого-то города или района и так далее. А остальное решение за парламентом. То есть, когда они начинают слышать, что должно пройти парламентские слушания, должны утвердить там в парламенте и так далее, многие просто отворачиваются от такого предложения. То есть, сам механизм достаточно не близок, долог, ну и, наверное, сложен для ихнего понимания. Вот. Вы имеете в виду инвесторов? Да, инвесторов, конечно. Спасибо. Вот так я думаю по этому поводу. Да, спасибо. Пожалуйста. Рауль Валерьевич, ваша позиция по этому вопросу и, может быть, есть какие-то конкретные предложения? Саид, мы помним послевоенное время, когда у нас была блокада и невозможно было говорить никаких инвестициях. Практически никаких не было. Закончилась блокада, Абхазию признали, вот, и пошли определенные средства, порядка... Я, насколько знаю, порядка 30 миллиардов было вложено в виде инвестиций в Абхазию. Сегодня же такой тенденции мы не наблюдаем, к сожалению. На чем это основывается? Проблема, на мой взгляд, несколько. Я считаю, что Абхазия не является такой привлекательной. У нас до сих пор не решили мы вопросы с нашей безопасностью. Люди здесь переживают, вкладывают сюда свои деньги, которые они зарабатывают. Недавно я разговаривал с человеком, который здесь приобрел большую крупную гостиницу, но не развивается. Почему? Потому что он переживает о том, что происходит постоянные смены руководителей, премьер-министров. То есть нестабильность влияет напрямую на инвестиционный климат. Если мы и дальше так будем продолжать, то люди не будут сюда вкладывать деньги. И потом, государство и правительство должно быть заинтересовано в этих инвесторах. Оно должно... Понимать, те средства, которые сюда привезли, те средства, которые здесь начали работать, они должны, то есть какое-то производство должно куда-то
выходить и где-то реализовываться. Государство должно этим тоже помогать и реализовывать те деньги, те возможности, которые есть, и ту продукцию, которую здесь выпускают, ее нужно реализовывать. Если государство не сможет в полном объеме этим заниматься и не наладит здесь безопасность, то инвестиций у нас так и не будет. Спасибо. Алхаз Шалудиевич, пожалуйста. Здесь уже очень много было чего сказано и о проблемах, но одной из самых главных проблем в данной ситуации, я считаю, для привлечения и улучшения этой ситуации может быть только безопасность, так как потому что каждый инвестор, да, вкладывая определенные финансы, должен быть уверен в том, что они будут защищены прежде всего на уровне государства. И как здесь уже было сказано предыдущим кандидатом, заключается в том, что люди, вкладывая деньги, не имеют уверенности и гарантии, что это будет не напрасно и не будут потеряны деньги, вложенные в ту или иную отрасль. Спасибо. Алиас Михайлович, ваше мнение, каким вы видите сегодняшнюю инвестиционную привлекательность Абхазии? Вы знаете, я начну с того, что инвесторы не стоят на российско-абхазской границе в очереди и не толкают друг друга локтями, чтобы попасть в Абхазию. Почему? В этом есть ряд причин. Причины защищенности их бизнеса, причины, связанные с банковской деятельностью, причины, связанные с налогообложением. Говорили, что закон об иностранных инвестициях составляет там несколько десятков страниц. Да, он не выполняется. Выполняется не только этот закон, не выполняется еще ряд других законов. Вы знаете, что вот после войны, да, действительно было сложно, проблематично, но были ряд инвесторов, я их, можно сказать, так сказать, рисковыми людьми, которые рискнули, сюда приехали, и у них получилось. Получилось, была какая-то определенная стабильность. Но при сегодняшнем шатании в нашей экономике, да, при сегодняшнем состоянии нашей экономики и состоянии защиты вот этого бизнеса, естественно, говорить о его развитии здесь очень сложно. Сегодня наш же туристический бизнес – это тоже инвестиция в Абхазию. Это тоже инвестиции, это туристы, которые сюда приезжают. Но вы посмотрите, как мы этих туристов обслуживаем. Да, я не хочу говорить о всех, но во многих наших и гостиницах частных, и других пансионатах, да, сюда люди едут, потому что, ну, действительно здесь дешево, здесь рублевая зона. Это все надо использовать. Использовать для того, чтобы сегодня, если приехал миллион человек, завтра мы сами понимаем, что каждый из них уехал домой, на следующий год привезет с собой еще двоих, еще троих. Но без защиты, без конкретной защиты, все инвесторы, которые попадали в Абхазию, в основном, это инвесторы были на уровне частных связей, то есть мои друзья, значит, близкие и так далее. На уровне государства, ну, я не знаю, может, кто-то мне и может сказать на уровне государства, какой инвестор сюда крупный был привлечен, который мог создать рабочие места, чей бизнес был бы защищен. Ну, как некоторые бизнесмены здесь заканчивали, мы все с вами прекрасно знаем. Поэтому я считаю, что эту ситуацию надо в корне менять. Закон должен работать. Исполнители должны работать, и с них должны спрашивать. Ну, вот на самом деле это острая тема, которая из дебатов в дебаты поднимается, именно исполнение закона. Ну, мы принимаем закон об инвестициях. У нас есть преференции для инвестора. Мы создаем максимально благоприятные условия для инвестиций, но по факту инвестора нет. И вот какой может быть роль парламента в этом вопросе? Может, как-то надо ужесточить контроль за исполнением? Может, нужно парламенту что-то предложить еще для того, чтобы... И вообще, ну, может, это нам и не нужно? Ну, как бы... Одна из функций парламента и есть контроль за исполнением законов, да? Значит, но я, на моей памяти нет такого случая, чтобы кого-то из руководителей министерства или ведомства, после того, как он не справился, да, не выполнил какие-то нормы закона, я не помню, чтобы его по решению парламента поставили вопрос об его увольнении занимаемой должности. У нас это все, у меня такое впечатление создается, что у нас все структуры работают самостоятельными государствами, то есть парламент отдельно, исполнительная власть отдельно и так далее, и так далее. Вот поэтому все и происходит. Если будет контроль, если человека будут спрашивать,
Чиновник будет работать. Какими механизмами можно прийти к этому контролю? Вопрос не только к вам, Алиас Михайлович, вопрос к кандидатам. Да, пожалуйста. У депутата достаточно полномочий для того, чтобы производить контроль выполнения этих законов. У нас есть за последнее время, есть, и мы знаем случаи, когда депутаты могли объявить вотум недоверия премьер-министру и кабинету министров. То есть такие возможности есть. К сожалению, не часто такой возможностью депутаты пользуются, но она есть. Я считаю, что если кабинет министров не справляется со своими обязанностями, депутат обязан внимательно рассмотреть это и объявить вотум недоверия. Тогда кабинет министров будет более серьезнее смотреть и более ответственнее будет подходить к выполнению своих законов. И законы должны быть тоже нормальные, реальные, работающие. Не просто для того, чтобы написать закон и принять. Если в исполнительной власти он не может реально работать, какой смысл тогда этот закон принимать и его выпускать? То есть надо, когда принимаем законы и говорим об этом, смотреть реальную картину, которая складывается у нас в государстве и вокруг исполнительной власти. Может эта исполнительная власть, действующая исполнительная власть, реализовать этот закон? Это очень важно. Пожалуйста, у нас часто проблема неисполнения законов, и, в общем, происходит такая ситуация, что правопорядок не наступает, потому что вот не те законы, надо либо их ужесточать, либо так далее. Проблема, мне кажется, в том, что вся законодательная база, она должна быть на основе концепции. Необходима концептуальность. И что я имею в виду? Мы не создали той модели экономической, которая соответствует современным реалиям. Мы не вовлекли огромную массу людей за много лет в экономику. Это основная проблема. Почему у нас нестабильная политика? Это потому что она не отвечает экономической модели, а модель-то как такова не сформировалась. Какая модель? По Конституции полагается, что наша экономическая модель развития – это рыночная экономика. Вот Бесана Стамурович. Если мы создадим ту среду, социальную среду, где рыночная экономика формируется, и возникает и потребность в тех законах, которые защищают его, мы не можем законность поставить впереди, а потом следовать, значит, после чего возникает потом экономика. Законы принимаются под экономическую модель. Его у нас нет, этой модели. Ну вот вы говорите о том, что одним из корень проблем заключается в том, что мы не вовлекли большую часть. Но у нас есть такая возможность их вовлечь? Есть ли возможность привлечь людей? И как бы во многом, я так понимаю, и тогда будет какой-то положительный эффект. Совершенно как верно. Это сделать? Как? Вот главный вопрос. Ну, смотрите, как это сделать? Во-первых, есть у нас те средства, которые тратятся не совсем целесообразно. Мы могли бы пересмотреть бюджет и принимать бюджет развития, а не бюджет распределительного характера. Бюджет развития означает, что мы должны финансировать и способствовать развитию того источника, который дает превращение нам. Ну, сегодня разве сегодняшний бюджет этого не предусматривает? Есть рост какой-то наблюдается в развитии собственного бюджета? Я думаю, это несущественно. Это не те масштабы, которые нужны. Мы упустили шансы, когда могла бы быть стабильность в Абхазии. Она не возникала в силу определенных причин, когда нам нужно было решением социальных вопросов заниматься, тогда, когда нужно было параллельно ставить вопрос об экономике, как прирастить тот бюджет, который принимается из года в год. Вот. Я считаю, что инвестиции сюда, основная проблема, не будут идти, потому как социальная среда не благоприятствует этому. Мы не можем только лишь правоохранительной системой решить эту проблему. Мы должны решить проблему экономическими, политическими средствами, то есть способствовать созданию социальной среды здоровой, которая соответствует, будет соответствовать потом и экономическому. Да. Спасибо. Разрешите, я добавлю? Пожалуйста. Значит, мне хотелось бы добавить такое понятие, как преемственность решений. Что имею в виду? То есть, конечно, нашу политическую жизнь лихорадят, сменяются главы регионов, сменяется руководство страны. Значит, если подписан какой-то договор или намерение к этому договору, да, при смене власти он может замылиться, этот договор.
Либо, значит, те преференции, которые обещает один, они могут не подтвердиться. Это первое. И вот совершенно четко заметил наш коллега, да, мы упустили стратегическую инициативу в этом. То есть вот то, что он хотел сказать, да, Мислан Николаевич? Вот это очень важное понятие. Ну, знаете, как говорят в народе, ложка дорога к обеду. Тогда, когда нужна. Когда уже суп съеден, ложка уже не нужна. Поэтому, да, нужны были правильные, выверенные шаги, чтобы быть готовым к тому, чтобы инвестиции и инвесторы чувствовали себя комфортно в нашей стране. Но этого не произошло. Сделанные сегодня шаги, они не соответствуют... Да, я думаю, во-первых, масштаб не позволяет, о чем наш коллега уже говорил. Mm-hmm. Да, и, наверное, знаете, нужна политическая воля. Дал слово, его надо держать. Ну и последнее хочу сказать в этом плане. Деньги любят тишину. Никаких вот этих вот социальных возмущений, никаких политических процессов центробежных. Ну, люди же смотрят, наблюдают за нашей страной, анализируют. Если не могут сами, привлекают специалистов к анализу, да, и им говорят, не стоит туда вкладывать деньги. Все. Да, большое спасибо, да, Алекс Михайлович. Вы знаете, вот вы только что сказали о бюджете, о росте бюджета. Значит, ну, при формировании бюджета я по своей работе сталкивался с этим вопросом. Значит, мы говорим о том, что бюджет формируется из всех, значит, городов, районов, в каждом городе, районе свой бюджет утверждается и выходит на народное собрание, да, на парламент нашей страны. Но сегодня придумано очень такое хитрое слово «секвестирование бюджета». То есть каждый год одно и то же слово. Значит, ну, не экономисту сложно понять, и человеку, который не занимался этими вопросами, сложно понять, понимаете? И поэтому говорить о том, что, значит, так серьезно сформирован бюджет, не приходится. И тут же возникает вопрос, вот раз мы говорим о роли депутатов, да, вот в наведении, как говорится, порядка в области исполнения закона. Простите, если основной бюджетный закон страны не выполняется или значит, как его назвали опять, секвестируется, должны быть наказаны люди. Должны быть наказаны. Но вот эта кадровая чехарда, которая у нас длится в последнее время, ни к чему хорошему не приводит. Вот правильно коллега сказал, что намерения, подписанные с одним премьер-министром, да, или с одним главой администрации, сразу через два дня притвориться в жизни могут. Когда инвестор уже готов к тому, чтобы начинать работать, приходит другой премьер-министр, который говорит, ну, знаете, давайте мы подождем, посмотрим дальше, потому что к нему уже пришел новый инвестор, с которым нужно работать. Вот что происходит. Понятно. Абисалом Алексеевич, спасибо, пожалуйста. Спасибо. Вы знаете как? Ну, ситуацию надо чуть-чуть упростить. После того, как закон, если он адекватный, востребованный, закон издан, парламенту, ну, может там контролировать, но для инвестора что важно? Что от него конкретно хотят? Понимаете, если инвестор к нам придет, и он будет бегать, арендные договора заключать, там с каждым чиновником разговаривать, у него настроение упадет на первой же неделе. Мы должны четко знать, что мы хотим от инвестора. Какой сектор, какой сегмент экономики мы хотим развивать сегодня. Мы должны ему конкретно предложить площадку готовую. И говорим, на этой площадке, вот условно я вам говорю, у нас сегодня проблема большая, скажем, для нашего сельхозпроизводителя, люди не знают, куда деть так называемый нестандартный мандарин. Это получается порядка 20-30%. Да? Это немаленький объем, около 15-20 тысяч тонн. Мы должны, это проблема, мы можем издержки минимизировать, если, скажем, пригласим инвестора, говорим, решите вопрос, можно его превратить в сухофрукты, можно у него сделать там варенье как-то, да? Вот мы даем тебе преференции, на 5 лет освобождаем, и за счет этого мы стимулируем экономику и поднимаем, уменьшаем себестоимость нашей продукции. Фактически, почему мы не можем на внешнем рынке конкурировать? Почему у нас проблемы с вывозом сельхозпродукции? Потому что вся эта, о чем я говорю, инфраструктура везде развита. В Турции не выкидывают и нет. Из него делают или мандарин, или сухофрукт, или еще. Вот проблема, ее надо решить. Нам нужен такой инвестор. Но сегодня он, если придет, даже захочет это реализовать, он не сможет. Понимаете, он сталкивается с массой проблем. Мы говорим об инвестиционном климате, но надо создавать это. Ну, вот я работал с крупными российскими компаниями, я вам просто приведу пример. Я попал, встреча была, значит, глава, губернатор
Курской области, пришел в компанию крупную, он говорит, есть площадка, подведена электроэнергия, канализация, все коммуникации подведены, площадка готовая, за это платить инвестору не надо. Мы хотим от вас 300 рабочих мест. Четко, конкретно поставлена задача. И инвестор знает, куда он идет, что от него хотят и как реализовать эту задачу. Мы хотим, чтобы инвестор пришел. Но разве мы не предлагаем какие-то конкретные... Мы не предлагаем. Понимаете, это была идея, вот когда Николай Ачеба был министром торговым, он предлагал идеи. Вот мы готовые площадки ставим, подводим коммуникации, ставим, что мы хотим от него. Он приходит и работает. Ему особо мучиться не надо. Но мы ему в такие... Знаете, вот реальный пример я вам приведу. Буквально полгода назад, да, приехал человек, хотел инвестировать, вложить конкретно в сельское хозяйство. С новой идеей, с новой культурой, очень прекрасно. Знаете, жизнь идет вперед. Мы еще работаем культурами 40-х, 30-х годов. Новых культур нет. Хотел реализовать проект. Я не знаю, почему у него не получилось. Он землю не нашел в Абхазии, поехал в Крыму, успешно реализовал свой проект. Вот показатель. Ну, насколько мне известно, при Министерстве экономики создано инвестиционное агентство, они постоянно... Уважаемый, как вас зовут? Саид. Вот чем больше мы структур инвестиционных, тем больше мы проблем создаем инвесторам. Все надо упростить. Зачем мне ваша структура? Дайте мне конкретно площадку, поставьте задачу, я буду работать и давать вам продукцию и прибыля. Сейчас я буду с инвесторами. Минимизировать надо все эти структуры. Как... Любая личная структура создает проблему инвестору. Как говорится в народе, если хочешь угробить дело, создай комиссию. Понятно. Алхаз Шалодевич, как вы думаете, какое ваше видение ситуации? И вот, может, через призму созданного инвестиционного агентства разделяете ли вы позицию? Ну, вот здесь я согласен. Но оно ведь призвано и консультировать инвесторов, они предоставляют... Если вот будут заточены определенные площадки для инвесторов, чтобы они могли прийти и развивать ее, я считаю, что эту ситуацию исправить невозможно, создавая какие-то очередные комитеты, только усугубляет ситуацию, потому что чем больше бюрократических... препонов только ухудшает ситуацию для улучшения ситуации. Саид, еще, я извиняюсь, вот Саид, вот мы создаем структуру, да, создали новую, ну, эффект какой? Вот кто-нибудь вообще задается, создали структуру, год-два, результата нет, создаем закон, 3-4 года закон лежит на полках, ну надо же какие-то, значит, что-то не так делается. И об этом я понимаете, вас тоже спрашиваю. Когда, когда мы ставим себе перед собой цель или задачу, да, что-то не получается, это не значит, что мы от этой цели или задачи должны отказаться, мы просто должны поменять подход. Вот все элементарно делается. Рауль, наше государство должно определить, куда могут инвесторы вкладывать и во что вкладывать. Зачастую, когда инвесторы приходят в правительство, а там оказывается на тех местах какие-то люди находятся, объект занят, объект находится в долгосрочной аренде, или он выкуплен, но при этом он не развивается, он стоит разрушенный. И таких объектов разрушенных у нас в городе, посмотрите, какого количества. То есть, если бы он работал бы этот объект, он же приносил бы налоги, и бюджет города бы пополнялся. Наше правительство должно четко определить, что с этими объектами делать. Или помочь тем предпринимателям и тем арендаторам этих объектов инвестициями, инвесторами, то есть каким-то образом разработать этот план. Или тогда надо что-то в этом плане делать, понимаете? Инвестор должен прийти, ему должны предложить, положить папку на стол и показать. Вот и в этом месте вы можете заработать деньги. Вот через 5, через 7 лет у вас будет отдача в процентном таком соотношении. Вот я так понимаю, исходя из ваших слов, такой работы у нас сегодня не проводится. Сколько объектов стоит, они же не развиваются, понимаете? Наверное, проводится какая-то работа, но на деле мы не очень хорошо это видим. Два слова можно еще? Да, пожалуйста, два слова. Два слова буквально. Это реальный живой случай абхазский. Пришел ко мне один потенциальный инвестор, мы с ним общались, и один товарищ сказал, говорит, у меня есть участок, я ему предложить хочу, чтобы он его приобрел. Но я не хотел, я знал, что что-то не срастется, старался. Ну, он обижается, вижу, я говорю, хорошо, договаривайтесь. Тот пошел, ну, назвал определенную сумму, его это устраивает, и продавцы все устраивают. Теперь он ему говорит, ты, говорит, мне дай эту сумму, а сам иди заключай договора с администрацией, дальше работает. Он смотрит на меня удивительно. Что он мне продал? Я говорю, он тебе продал право вступить в правовые отношения с государством. После этого он не приезжал в Абхазию. Понимаете, это
Вот о чем говорить, понимаете, мы если хотим инвестора, мы должны четко сделать все, чтобы он здесь, для него здесь было привлекательно. Ну, инвестор, это чтобы вы знали, это не альтруист. Вот два слова еще хочу сказать. Да, пожалуйста, два слова и очень тему коротко, надо будет закрыть. Уже. Надо вводить земельный кадастр, раз. И второе, инвентаризацию оборота земли. Угу. Все. Уважаемые кандидаты, я понимаю, что тема на самом деле очень актуальна и очень много по этому вопросу можно сказать, но у нас есть возможность перейти к обсуждению другой темы, и для этого я еще раз попрошу одного из вас подойти к урне и вытащить вопрос, и мы дальше приступим к обсуждению. Молодым у нас дорога. Не всегда, к сожалению. Да, но в этом эпизоде, не сомневайтесь, всегда уступим. Вы можете зачитать, да, вопрос. Армия. Угу. Тема обсуждения – армия. Армия? Очень интересный вопрос. Ну вот, Абисалом Алексеевич, тема вызвала у вас улыбку. Пожалуйста, как вы оцениваете сегодняшнее состояние абхазской армии? И что еще более важнее, как вы считаете, что необходимо сделать для улучшения ситуации, или нет такой необходимости, и все хорошо? Вы знаете как, честно говоря, это, конечно, тема для профессионала, который это дело знает, потому что сегодняшняя армия, с учетом сегодняшних вызовов, она должна быть по-другому обучена, по-другому подготовлена. Все зависит от того, какие цели и задачи мы ставим перед нашей армией. Первое, чтобы армия, мне так кажется, да, чтобы обязательно все граждане Абхазии должны, мужского пола, должны обязательно проходить службу. Хотя бы установить, чтобы они не уходили, минимальный срок. Окончил школу, три месяца можно пройти какую-то начальную военную подготовку, да, чтобы человек прошел. И после этого можно даже сократить какое-то учебное время, но человек обязательно должен пройти начальную армейскую службу в своем государстве, если он патриот, любит его. И второе, чтобы армия была более привлекательной, люди не старались уходить от армии, обязательно какие-то критерии должны быть, когда, вот, например, подбирают, назначают чиновников, надо посмотреть, он реально проходил службу или нет. Тогда стимул другой будет, тогда подход другой будет к армии. Мы еще должны, наверное, все-таки с учетом нашего рельефа, с учетом того, что... Но сейчас, с учетом нашей, значит, малочисленности, мы не можем создать крупный флот или там авиацию, но какие-то спецподразделения, там егерские подразделения или в горных условиях, которые могут какие-то спецработы выполнять. Ну, в таком направлении, думаю, должна армия работать. Но я надеюсь, Рауль Валерьевич, все изложить. Это давайте дадим тему. Слово Алхасу Шалодевичу. Он вот все время стоит скромно, ждет своей очереди, если он вы не против. Младший, так должен стоять. Ну да. Алхас сам Шалодевич. Сам же и вытащил этот вопрос. Да. Что хотелось бы сказать. Говоря о нашем положении в целом, да, в стране, нам, конечно, нужна сильная армия. Но зная условия, которые у нас есть, прежде всего, малочисленность нашего народа, говорить о создании такой армии, как, допустим, в России или в бывших странах, ну, в бывших странах постсоветского пространства, нам не приходится. И в этом случае я считаю, что нам, наверное, было бы более приемлемо армия милиционного типа, как на образе, как в Израиле, в Швейцарии и так далее. Плюс каждый гражданин нашей страны должен пройти армию, отслужить ее, и при этом, вне зависимости от той части, где он служил, должен получить определенные навыки, да, в определенной сфере, и создать уже такие, как на плане резервных частей, потому что люди, которые, ну, количество военнообязанных не могут в данной ситуации защитить нас от тех угроз, которые у нас... Ну, приводя пример в Израиль, вы же не предлагаете
абхазским женщинам идти служить? Нет, конечно, я же сказал, можно пойти, почему? Идея очень хорошая. Мужского плана, я же сказал, что... Мобилизационная армия. Да, мобилизационная армия, разрешите, потому что она будет более мобильной. И приемлемой для нас. Да, да, более приемлемой для нас, потому что в данной ситуации у нас, как мы все знаем, не заключен мирный договор с нашими соседями, так называемыми врагами. И без этого говорить о безопасности и не о создании сильной армии у нас не приходится, к сожалению. А, Рауль Валерьевич, вы хотели сказать? Саид, у нас должна быть мобильная, компактная армия, но при этом должна основываться на наших резервистов. Я считаю, что в наших резервистов должно дома храниться оружие нарезное, длинноствольное оружие. Это очень важно, потому что вызовы это у нас министр есть. Внутренних дел говорит, дома должно храниться. Ну, конечно, парламент считаю, в первом да. чтении окончательно, если кстати, не ошибаюсь, закон, принял закон. Да, да, все правильно. Закон в первом чтении принят, надо будет его внимательно изучить. Разве не в окончательном первом чтении? Нет, он будет уже, я так понимаю, что будущий парламент будет уже внимательно рассматривать и дорабатывать. Там, возможно, есть такие поправки, с которыми я не очень согласен. Но я считаю, что наша армия должна быть мобильной, основываться на резерве. Люди, которые в резерве находятся, они должны при сборах брать свое оружие, приходить обязательно в места, где проводятся сборы. У нас вызовы еще до сих пор, еще раз повторяю, что не сняты. Поэтому надо начинать со школ, надо опять же вспомнить наше НВП. Вы же понимаете и помните, вот здесь, когда до войны нам показывали, как разбирать, как собирать автоматы. Кто эти не проходил курсы, и молодые ребята после этого попадали в бой. Война началась, попадали в бой, и многие были необученные. Поэтому я считаю, что, во-первых, еще необходимо, на мой взгляд, сократить срок службы в армии. Сейчас он слишком большой, нам нужно его сократить, определиться те, которые получают высшее образование, прошли быстро курсы, получили определенные навыки, научились хорошо стрелять, получили и уже, значит, уходят в резерв. Вот эти этапы, они обязательно должны быть. Ну, 3 месяца вообще оптимально? Нет, 3 месяца этого, конечно, мало. Люди, которые закончили образование... Нет, они меньше, но я считаю, что надо сократить. Спасибо большое. А кто хочет... Сейчас, секундочку. А кто хочет пройти дальше и служить, пускай заключают контракт и едут учиться. Российская Федерация такую нам возможность сегодня дает. Кстати, соглашение, которое подписали, такую возможность нам сегодня дает. Нужно плотно взаимодействовать в этом плане и получать навыки. У нас здесь стоит база крупная, где есть и техника новая, вооружение современное. Поэтому наши ребята должны там проходить эти все курсы. Страна не стоит на месте, техника все новое развивается, поэтому нам, конечно, нужно получать новые знания. Спасибо, Георгий Валерьянович, пожалуйста. Да, спасибо. Значит, скажу следующее, что нас выпускают из вузов по двойному назначению. Да, медицина и военная медицина, несомненно. Но мы, как офицеры, знаем определенный объем знаний военных, который дает мне право вот сказать сейчас об армии, какая армия нам вообще нужна. Ну, первое, что надо сделать, надо определиться. Нужна военная доктрина. Что имеется в виду? Ну, ясно, что тяжелый авианесущий крейсер, мы просто наш бюджет не потянет. Слишком дорогое обслуживание. То есть, если и море, то это разведывательные корабли, легкие, ну, скажем, начало торпедонесущие, не более. А остальные все очень дорого стоят. Ситуацию поправляет ПЗРК, противоракетные комплексы и противокорабельные комплексы. То есть его содержать много дешевле, и он очень эффективен. Это средний радиус действия. Теперь, значит, воздух, пожалуйста, есть комплексы такие, как, ну, скажем, БУК, прекрасно справляется с воздушными целями. Есть комплексы С-300, С-400 нам, наверное, не поставят. Но С-300 тоже очень хорошие комплексы. Они могут доставать до центра неприятельской стороны и спокойно поражать универсальные воздушные, наземные и другие виды цели. Далее броня.
Нужна ли нам броня? Ну да, в определенном количестве, небольшом. Значит, если это БТР, да, то как минимум БТР-80 или следующего поколения. Если это танки, то не меньше, ну, с десяток не больше, но хороших. То есть газотурбинных Т-80, либо на платформе «Армата». Сейчас есть танки, которые более современные. Теперь, что говорится о подготовке армейской, да, вот все мои коллеги сказали правильно. Я бы сказал так, что очень эффективные расчеты, которые состоят: гранатомет, ЧИК, два пулеметчика, снайпер, либо пулеметчик, значит, гранатометчик и, скажем, один автоматчик. То есть мобильные летучие такие соединения, да, которые наносят большой урон неприятелю. Что-то делать серьезное, во-первых, не потянет наш бюджет. Теперь, значит, противоракетная оборона, как она должна быть? Это 2-3 эшелона. Первый, значит, на границе, второй там Ахимчирская зона и третий под Сухума. Если одна оборона промахнется или упустит цель, то две другие обязательно перехватят цели. Дальше. Вот, значит, что я закончу логически. Подготовка военнослужащих. Они должны стрелять каждый день. То есть из 10 поражать из гранатомета 10 целей. Вот этого должно быть достаточно, да? И снайпер должен стрелять, и автоматчики должны стрелять. То есть полностью курс молодого бойца они должны освоить настолько, чтобы это для них не было никакой новости. Чтобы они там добились больших успехов. Это то, что касается пехоты. Как люди воевавшие, ну, я имею в виду, как Рауль, они знают, что даже самые современные танки без пехоты слепы. И пехота нужна для охранения даже брони. Броня нужна для того, чтобы охранить пехотинцев, а пехотинцы для того, чтобы технику. Если отсечешь пехоту, то танки слепы. Дальше. Существуют такие комплексы, мы как прямо панцирь, детально панцирь, углубляемся в вопрос. Уже для многих это неизвестные слова. То есть есть конкретные предложения. Конечно. Да, я так понимаю, мы долго можем об этом говорить. То есть если в оборону говорить. Брать вооружение современное, да, оно должно быть не очень дорогостоящим, весьма эффективным. Ну и неразорительным для нашего бюджета вообще. Да, большое спасибо, да, Георгий Валерьевич. Я мог бы, конечно, развернуть больше доктрину. Но считаю, что самолеты, спасибо, допустим, 4-го поколения, 4+, они очень дорого обходятся государству. Георгий Валерьянович, давайте дадим слово вашим оппонентам. Да, давайте. Пожалуйста, Беслан Стамурович. Беслан Стамурович, вам слово. Да, я согласен со многими предложениями, которые здесь были сказаны, и о сроках службы, и о современной модели строительства армии и так далее. Действительно, я хочу сказать о том, что современное состояние армии, она должна исходить из вызовов, реальных вызовов. И должна быть доктрина серьезно выверена из тех театров, так сказать, угроз, которые существуют. Я бы хотел бы так сказать. Если мы можем опираться на этот договор, я думаю, что договор действительно серьезным гарантом является, так как там ядерный щит России является ядерным щитом Абхазии. Это вторая ядерная держава России. Мы могли бы серьезно сосредоточиться на внутренние вызовы, серьезные. Да, армия, конечно, это символ, атрибут государственности. Армия выполняет и воспитательно-патриотические моменты и так далее. Но я бы хотел бы что сделать? И оптимизировать эту модель армейскую, оптимизировать его до, так сказать, на пределах того, что мы могли бы сосредоточиться на внутренние вызовы. У нас серьезные внутренние вызовы сегодня гораздо опаснее, чем даже внешние вызовы. Я просто хотел бы обратить внимание. Алясь Михайлович, пожалуйста. Кстати, я немножко не согласен, но армия наша, чтобы решать наши внутренние вопросы... Нет, я имею в виду те средства, которые мы сегодня тратим на ту модель сегодняшней армии, которая существует без пересмотра той доктрины и оптимизации армейской, то мы можем разойтись в том плане, что государство это целый единый корабль. Если вызовы у нас здесь, а не там, то мы должны спасать ситуацию там, где это более необходимо. Я еще раз повторяю, это должны работать специалисты, которые могут сегодня выверить угрозы серьезные, которые существуют. Поэтому я бы хотел бы
бы так, сосредоточить воспитательно-патриотическую работу не только в армии, но и в гражданских институтах, школа и можно сказать, институты, которые существуют у нас. Поэтому я еще раз повторяю, за серьезный подход, за концептуальность, за серьезный пересмотр доктрины и так далее. Вот такой подход. Аляс Михайлович, да, я хотел бы, с вашего позволения, значит, ну, мы люди старшего поколения, служившие в советской армии, мы все прекрасно понимаем, что нынешняя наша армия и вообще армия в целом, это в первую очередь дисциплина. Нас никто не спрашивал, где нам служить. Значит, вот я по призыву после окончания вуза попал в Германскую Демократическую Республику, да, в группу советских войск Германии. И хотя, может быть, и были возможности остаться поближе к дому, но тогда не спрашивали этих возможностей, пресекали, как говорится, на корню. Сегодня все-таки пытаются, да, вот пытаемся мы, понятно, что наши дети служат в армии, да, подрастают, служат в армии, поближе к дому. Но вот если взять пример такого, скажем, мирового масштаба, да, вот Япония до сегодняшнего дня не имеет армии, у них войска самообороны. Она до сегодняшнего дня нету мирного договора с Российской Федерацией, бывшим Советским Союзом. Ну и это не мешает ей, я понимаю, что я сейчас сравниваю, наверное, очень большие, очень разные, значит, субстанции, да, но в итоге нам нужна мобильная армия. Мобильная армия, которая сегодня, слава богу, у нас здесь находится 7-я военная база российская, которая оснащена, значит, современным оборудованием, современной техникой. Использовать это все для того, чтобы вот в рамках этого договора использовать для совместных учений, для того, чтобы у нас руководство Министерства обороны, очень достойные люди, генералы наши полковники, которые прошли всю войну. Война — это не просто академия, это выше, это, как говорится, военные, где они показали свое военное искусство, а которые многие даже не владели в свое время, не знали, что это такое. Да? Сегодня они руководят Министерством обороны, есть все возможности. У нас прекрасные молодые офицеры, вот в частности в нашем Сухумском училище. Да, и у нас прекрасные ребята, которые учатся в российских военных вузах. Да, и вот просто нужно больше вкладывать в тех, кто завтра должен прийти в армию. То есть тоже проводить, как раньше в советское время, там, «Зорница» игра, там, ну, не знаю, ее по-разному можно назвать. Военно-патриотическое воспитание должно у нас быть на самом высоком уровне, потому что пример, слава богу, есть. Наши братья, наши старшие, которые прошли всю войну, и которые, знаешь, вот, и резервисты должны подключаться обязательно, вот даже к этим молодежным, как говорится, мероприятиям, обязательно должны подключаться резервисты, которые, вот, просто их присутствие, их пример гораздо больше будет влиять, чем, извиняюсь перед педагогами, да, чем педагог будет рассказывать это в теории. Уважаемые кандидаты, я так понимаю, по этому вопросу высказались все. И я предлагаю вам возможность задать вопросы друг другу. Пожалуйста, воспользуйтесь ли вы этим правом. Вы знаете, у нас вопросов нет друг другу. Вы знаете, у нас так получилось, что мы все знаем друг друга и называем друг друга коллегами. Сейчас друг другу задавать вопросы. Ну, это такой формат нам предложили. Ну, формат, если предложили. Если вопросы есть, пожалуйста, задавайте вопросы и не будем отнимать. Кто хочет задавать чем вопросы? Задавайте их, чтобы задавали вопросы, да? Друг другу. Я, например, Беслан Стамурович, у вас есть никого. Вопрос? Вот я бы все-таки хотел бы, как вы относитесь вот к внутренним вызовам? Считаете ли вы, кто-то из вас, может, что серьезные вызовы у нас сегодня внутренние вызовы, чем внешние вызовы? Кто из вас ответит? Беслан, считаете, что это верно или неверно? Я считаю вообще, любой честно ответ. Говоря, ваши, да, вот выводы, они правильные, но знаете как? Любой внутренний вызов, да, который существует, всегда можно его предотвратить. Я еще раз говорю, это на первом месте стоит у нас именно идеологическая безопасность. Мы должны четко знать, какую идеологию мы проводим в нашей стране. Тогда это сегодня, вот я как-то озвучивал, тоже говорю, вы знаете, сегодня есть разные методы, да, там метод мягкой силы, там гибридная война, там метод непрямого действия и так далее. Внутренний человек, когда у нас будет идеология соответствовать этим вызовам, там особых затрат таких не надо. Танки не нужны, там пятого поколения или истребители не нужны. Там нужен четкий подход, четкое воспитание и постановка цели. Мы должны внутри, нам это легче разобраться. Конечно, не существует. Если вы понимаете, как мы сами создаем угрозу изнутри, вот нашей
отсутствием конкретной идеологии, нашей разобщенностью. Это и всегда, всегда можно извне повлиять на эту ситуацию. В этом и опасность заключается. Можно пожалуйста. Я считаю, что у нас очень серьезные проблемы, внутренние вызовы с нашей демографией. Если мы не будем развиваться, если у нас не будет рождаться больше детей, то в конечном итоге мы сможем потерять свою страну. По статистике, количество детей все меньше и меньше у нас рождается, а смертность у нас остается очень высокой. Вы знаете, есть такая страна, в которой средняя продолжительность жизни достигает 120 лет. А в чем проблема? Проблема, вернее, даже это не проблема, а они... Особенность. Да, особенность, что они, значит, питаются практически только овощами и фруктами. То есть очень много зависит от нашей безопасности, от нашей продовольственной безопасности. То есть, если бы мы знали, что мы сегодня в Абхазию завозим, если бы мы понимали, как это производится, где это производится, то есть это влияет же на наших граждан, на наших людей. Почему у нас в деревнях, в наших селах нету старших людей, старшего поколения, которых я помню с молодости, с детства. То есть это все возможно от нашего питания. Нам надо очень серьезно к этому вопросу подойти. У нас проблема с нашей энергетической безопасностью. У нас проблема со светом. То есть вызовы, конечно, они очень серьезные есть. Сегодня же, когда Российская Федерация, правильно было сказано, обеспечивает наши внешние границы, нам надо переключиться на нашу внутреннюю составляющую. Обязательно внутренние проблемы социально-экономического развития должно у нас стоять на самом первом месте. Ведь если не будет больше рождаться детей, как в Советском Союзе, 7-8 детей у моих родителей в наших деревнях и в селах по соседству было очень много детей, сегодня же этого не наблюдается. К сожалению, нам надо очень внимательно в этом плане отразить. Ну, я могу... пожалуйста, Алиас Михайлович. На сегодняшний день мы говорим о внутренних наших, как говорится, проблемах, которые не решаются некоторые годами, некоторые, значит, месяцами, некоторые еще дольше. Сегодня, при том, что у нас была такая кровопролитная война, отечественная война нашего народа, и наш народ, потеряв молодое поколение, да, прекрасных молодых людей, у нас патриотизм должен был зашкаливать. То есть я не вижу сегодня, да, вот такого уровня патриотизма, который был после, сразу после нашей войны. Я помню время, когда наши педагоги работали в школах за буханку хлеба. То есть они не получали заработную плату, но им давали хлеб. Они это, ну, фанатики своего дела, они патриоты, они... То есть сегодня как-то все это размыто. Мы не должны ничем поступаться. Вот сегодня на сегодняшний день, вот мы все помним финал чемпионата КОНИФА по футболу, да, наша сборная играла со сборной Пенджаба, да, где, да, провинция Индии, да, население около 27 миллионов человек. Курды 48 миллионов человек. Огромное количество людей, которые не имеют своего государства. Нас не так много, нас 300 тысяч, да, в нашей стране. Мы живем в государстве, признанном государстве, да, и мы должны сделать все возможное внутри. Мы должны в своем сознании, наверное, прийти к тому, что другой родины у нас просто нет. Мы это понимаем, но мы должны это в дело воплотить. Если у нас не закон... Вы понимаете, что каждый выбор, да, и наши телезрители, избиратели понимают, каждый выбор у нас начинается, значит, такие своеобразные... дружеские между собойчики, да, когда идет растягивание, родственники ругаются друг с другом и так далее. Проходят выборы, все забывают. Но, я не говорю сейчас отменить выборы, я не об этом говорю, я говорю, что мы каждый внутренне понимали, что у нас родина одна, и мы должны сделать все, чтобы она сохранилась. Для этого будет возможность непосредственно как раз поговорить вот в той минуте, которая у вас будет в заключении. Времени осталось катастрофически мало. Разрешите, я добавлю, да, по этой проблематике. Значит, Георгий, хочу сказать следующее, что основной ценностью, высшей ценностью государства является народ. Поэтому вот эта тема, которая продовольственной безопасности была затронута, она очень важная. В Российской Федерации, да и в странах ближнего зарубежья, абхазские продукты являются брендом. Ну, брендом экологии, естественно, понимаете? Это наш конек. Мы могли выращивать экологически чистые продукции, не только поставляя на внутренний рынок, да, но они сегодня в мире хорошо стоят. Это какая-то доходная статья экспорта.
так сказать, в нашей экономике. И плюс, вот скажу только очень коротко, чтобы определить качество продуктов, нужна соответствующее оборудование, лаборатория. Ну, современным оборудованием, безусловно. Значит, такая лаборатория в новом районе есть. Есть уже половина оборудования закуплена, да? Нет специалистов. Вот хотелось бы спросить, когда эта мысль пришла к руководству страны, то есть об открытии этой лаборатории, почему же заранее не подготовили этих специалистов? Ну, я имею в виду врачей, химиков, биохимиков, ну и так далее. Я думаю, что все должно быть поступательно, и вот эта лаборатория нам крайне важна. Если что-то мы и завозим, а пока это так, мы завозим, да, мы должны знать, что ест наш народ. Потому что есть расхожая пословица: скажи мне, что ты есть, и я скажу тебе, что ты есть. Да, спасибо, Алхаш Шалудевич. Пожалуйста. Я здесь, как выше упоминал, считаю, что в этом вопросе самое главное, пока у нас есть разобщенность в обществе, эти угрозы будут существовать. Потому что, вот как говорил Аляс Михайлович, когда в период Отечественной войны нашей мы были единым целым, как один кулак, и тот же пример касаемо проведения чемпионата мира по среди непризнанных республик, показал то, что там не было разобщенности, там мы были все едины, болели не просто за ребят, которые выходили на поле, за страну в целом. То есть это было на самом деле таким большим импульсом для нас, что показало, что мы на самом деле есть единый народ, одно целое. И вот так, если мы все вместе, взявшись за руки, посадив определенных людей, будем, ну, вот вы говорите об объединении. Считаете ли вы договор, недавно заключенный между властью и оппозицией, такой своеобразной точкой отправления, что ли, вот к этому объединению, о котором вы говорите? Само собой. И я вообще считаю, что такие вещи должны происходить до накала страстей, которые привели к тому, что именно 15 числа власть и оппозиция сели за стол переговоров, и только потом... Ну, разве народ, как вы считаете, не проявил свое единство в этом, вот в этом вопросе? Единство-то проявил, но вся проблема в том, что мы сперва довели до пика кипения ситуацию, а потом начали решать эти вопросы. То есть, получается, если бы изначально подходить такими методами, можно было не доводить ситуацию до такой точки и решить вопрос. Народ в очередной раз проявил свою мудрость. Конечно, мудрость. Знаете, один очень интересный момент вот здесь, что сказал. Знаете, вы прекрасно знаете, те же японцы, там американцы приезжали, изучали наш опыт. Почему в Абхазии так много долгожителей? Они изучали свою кухню, внедрили у себя, и средний, значит, возраст у них повысился. А мы взяли их негативный опыт, внедряем у себя, и, конечно, у нас... Понимаете, и рождаемость будет меньше. Потом, вот как инвестиционный климат, мы все говорим, демография. Ну, прирост населения, я как посмотрел по статистике, да, 1%. Чтобы удвоить наше население, нам нужно 100 лет ждать. Понимаете, у нас еще одна самая большая опасность и угроза – наша малочисленность. Понимаете, к демографии тоже надо подойти по-другому. Видимо, конкретно специалисты должны работать в этом направлении. Уважаемые кандидаты, я понимаю, что актуальных вопросов много, много мнений, и хочется выразить их, но, к сожалению, наш эфир подходит к концу, а вас еще по одной минуте для заключительного слова, поэтому... Беслан Астамурович, пожалуйста, ваша минута пошла. Время на экране. Прошу, следите за временем. Так, уважаемые избиратели, значит, я хочу сказать о том, что мы стоим у черты, можно сказать, такой сложной, опасной черты. Нам нужно все усилия приложить к тому, чтобы влить наш безработный слой, который существует сегодня, как протестная группа, в экономику. Без этой проблемы, стратегической задачи, мы не можем решить никакие другие вопросы. Как это сделать? Есть способы. Я постараюсь, оказавшись в парламенте, решить эту проблему, самую главную проблему. В ваших руках действительно судьба стабильности Абхазии. И как когда-то верил Бушни Хварцкий в том, что мы возродимся в новом качестве,
Я думаю, что мы тогда возродились в новом качестве с помощью оружия. Я думаю, что сейчас надо возродить в новом качестве наше государство экономически. Я уверен, что это может в ближайшее время быть. Спасибо, да, уважаемые кандидаты. Попрошу воздержаться от комментариев, потому что это вот определенное эфирное время. Абисалом Алексеевич, пожалуйста, ваше мнение. Спасибо. Я хочу завершить, поблагодарить наших избирателей, с которыми я встречался. Честно говоря, это для меня такой опыт новый. Я обычно занимался другим делом. Для меня это открытие большое. Я увидел людей, я с ними пообщался, я понял их проблемы. У нас был открытый разговор. Я еще раз хочу поблагодарить их всех за эту открытость, за эту доступность, за это доверительное. Именно, знаете, без лукавства все вопросы задавалось. Я хочу всем нашим потенциальным избирателям, с которыми я встречался, поблагодарить и тех, с которыми я не встречался. Потому что иногда молча можно больше сказать, чем разговаривая. Но самое главное, чем я хочу завершить, если мы что-то хотим менять, мы должны изменить подход. Если мы будем делать то же самое, что и делали до этого, мы будем иметь тот же результат, который мы имеем. Поэтому нам нужно сам подход изменить и серьезно подойти к процедуре голосования. Спасибо. Алхаз Солодевич, пожалуйста. Прежде всего, хотел бы поблагодарить всех избирателей, также встречаясь со многими на встречах, людей волновали те насущные проблемы, которые существуют. И я бы в первую очередь попросил бы всех прийти 12 числа на выборы и проголосовать, сделать свой исполнить свой гражданский долг и выбрать определенного кандидата, кому они больше поверили. Спасибо за внимание. Аляс Михайлович, пожалуйста. Уважаемые избиратели, 12 марта будет решающий день в истории нашего государства на ближайшее время, на ближайшие, по крайней мере, 5 лет. Я призываю всех избирателей, и в частности избирателей 6 округа, прийти в тот день, выполнить свой гражданский долг, проголосовав за любого из кандидатов, кого посчитаете нужным, все достойные граждане нашей страны. Мы проводили все это время встречи. С кем-то не удалось провести встречу, нигде-то не успели. Я всегда готов, я всегда открыт. Я буду всех вас рад видеть. А нам и нашей стране в целом я пожелаю дальнейшего процветания. А все это будет зависеть от вашего выбора. Спасибо. Спасибо. Рауль Валерьевич. Уважаемые граждане, в парламенте я буду не просто вашим проводником, проводником ваших идей, но и буду помогать вам с каждодневными трудностями, с которыми сталкиваются наши горожане, наших сухумчане. Общественная приемная, наш офис будет всегда открыт. Там можно будет вместе сидеть, обсуждать и принимать законы и решать такие проблемы, насущные проблемы, с которыми мы сталкиваемся каждый день. 25 лет прошло после войны, и нам важно уже жить в хорошей, самодостаточной, красивой стране и в красивом, чистом городе. Спасибо. Спасибо. Георгий Валерьянович, пожалуйста, ваша минута. Уважаемые избиратели, зная, что вы устали от внутриполитических процессов нашей страны, и все же я вас призываю пойти на выборы 12 числа, марта имеется в виду, конечно, и исполнить свой гражданский долг. Проголосовать. Не проголосуете вы, проголосуют за вас. Народ сам должен выбрать свою судьбу. Ждем вас на выборах. Спасибо. Большое спасибо, уважаемые кандидаты. Всем удачи. На этом наша встреча подошла к концу. Спасибо за то, что пришли. Спасибо. Уважаемые телезрители, на этом наша встреча подошла к концу. Я напоминаю, что у нас в гостях были кандидаты в депутаты от Сухумского избирательного округа номер 6. Всего доброго.